Гора мусора выросла перед СНТ «Восход-6», что неподалеку от Твери. Дачники жалуются, что накопившиеся отходы никто не вывозит, а свалка только увеличивается. В этой ситуации разбиралась наш корреспондент Наталья Чекет. Лето в самом разгаре, а это значит, что многие дачники проводят не только выходные, но и целые отпуска на своих участках. А там, где люди, начинает накапливаться мусор. И если вовремя его не убирать, то он начинает благоухать неприятными ароматами. С такой проблемой столкнулись жители СНТ «Восход-6». Как рассказывают владельцы дачных участков, несколько лет назад на месте нынешней образовавшейся кучи мусора был установлен большой мусорный контейнер, который вывозили раз в неделю. Однако сейчас все по-другому. Когда после конфликта с одним из дачников перестали вывозить этот контейнер и убрали его совсем, остался только один способ вынести мусор. Это два раза в неделю, суббота и воскресенье, около 12 часов, подъезжает мусоровоз. И все жители, а их в СНТ 6 больше 500 дач, должны сюда выйти и организованно выбросить свой мусор. Естественно, такого никогда не происходит. К слову, рядом с кучей мусора находится колонка с питьевой водой. Кроме того, владельцы дачных участков видели крыс рядом с образовавшейся свалкой. Крыс тут наши коты начинают ловить, довольно крупных. Даже ходят, показывают, какую крысу кошка поймала. Ну и особенно вот в безветренную погоду, особенно по вечерам, это все отсюда расползается. Все очень зависит от того, откуда ветер дует. Но дует он обязательно на кого-нибудь все равно дует. Местные рассказывают, что большая часть мусора здесь оставлена жителями соседних СНТ. Люди проходят мимо по дороге к карьерам или в лес, выкидывают пакеты с мусором или вообще оставляют крупногабаритные вещи. И никого не останавливает табличка «Свалка мусора запрещена». А вот та улица чужая, там другие улицы чужие. Они все идут сюда, идут купаться, идут, кидают. Идут там еще куда-то, кидают, за водой идут, кидают. Вот вся проблема-то, вода питьевая. Я же тут тоже, можно сказать, палочка попасть, потом все. Дачники обращались в правление СНТ с вопросом, сколько им еще терпеть мусорную кучу. Однако конкретного ответа так и не получили. Наш телеканал обратился к представителю правления для разъяснения сложившейся ситуации. 3 года уже мы убираем этот мусор. Люди носят все, и наши. То есть и «Восход-6» носит туда мусор. Мало, конечно, поскольку у нас есть договор. Контейнера ходят, в субботу ходят в одну сторону, а в воскресенье ходят в другую сторону. Чтобы решить ситуацию с местом сбора и вывоза мусора, представители правления предлагали установить контейнер внутри СНТ. Вы хотите контейнер? Мы поставим вам контейнер к вашему дому. Нам не жалко. Но никто же не хочет. Нет, не надо. Здесь дети у нас гуляют. Здесь у нас машины стоят. Идем в другую улицу, дальше идем. Стоял контейнер, возят с Отрадного, возили там все время мусор. Не успевали, только поставим он битком. Давайте поставим мы сюда, к вам поближе. Они говорят, нет, не надо. А что нам делать? В лес поставить? Нам говорят, давайте подальше в лес поставить. Для кого? Владельцы дач все же надеются на уборку накопившегося мусора и установку контейнера. Однако для этого необходимо наладить конструктивный диалог между самими жителями СНТ и прийти к общему мнению.